Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команды. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команд. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команд. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команд. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команд. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий состав команд. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Состав команд. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Арбитр дал свисток, и мы смотрим финал Лиги Европы. Наверное, не стоит говорить, что интерес к этому матчу огромный и со стороны болельщиков, и со стороны прессы. Ведь на кону трофей, вот что сегодня главное. Эктор Морен. Йоренте. Рубен Пардо. Ярос Баль.